приз, это ты скорее, да. Кузнеца борцовских кадров нашего времени. У нас есть примеры, когда выиграл приз, а потом на Олимпиаде стал первым. Мишин, Карданов, Самрукашев, Корея. Настоящий борцов, настоящий герой. Чемпионское поколение. Каждый сам тесец счастья своего. Так что ты не жалей сил для достижения задуманного. Искусство превосходства, это когда ты сладкий проиграл. Отступил назад, так сказать, шага на два. Но главная цель — победить в сражении. Работай над собой, тренируйся, делай движение. Это тема в стратегии, слушайся тренера. Мы спешили, раз, два, три, четыре. Искусство превосходства. Искусство превосходства. Искусство превосходства. Искусство превосходства. Искусство превосходства. Искусство превосходства — это когда ты выше всех стоишь на пьедестале. На счастливом лице блики от золотой медали. Играет гимн лучшей страны на свете. Друзья и тренер растроганы и радуются как дети. Но радости час, а делу время. Ты возвращаешься в свой борцовский зал и тренируешься как раньше вместе со всеми. Все мысли твои, мечты о будущей золотой медали. Ты как шахтер пашешь на ковре, ты проливаешь пот, готовишься к новым испытаниям. Искусство превосходства — это респект. Ты уважаешь соперника, они уважают тебя в ответ. Правда, в схватке за титул пощады не ждите. Дружба дружбой, но здесь будет один победитель. Тема в стратегии, слушайся тренера. Мы спешили, раз, два, три, четыре. Искусство превосходства. Искусство превосходства. Искусство превосходства. Резюмируем эту историю просто. Искусство превосходства – это путь к успеху, к Олимпу, к звездам. В классической борьбе много олимпийцев первой величины. Можно взять автограф или стать звездой, такой же, как они. Готов ли ты тернистый путь славе пройти? Или фото на память возьмешь? Что выберешь ты? Искусство превосходства. Искусство превосходства.